четырехугольник ABCD, у которого вот эти вот отрезки равны. Вот это вот будет точка D, A, B, C. Вот так получилось, что AD равно DC. И еще получилось, что вот этот вот угол равен этому. Докажите, что BD это биссектриса. Итак, дано, что вот эти вот углы равны, и отрезки AD и DC равны. Просят доказать, что отрезок BD биссектриса, то есть угол ABD равен углу DBC. Обозначим угол BCD за альфа. Тогда угол BAD это 180 минус альфа. Значит, их сумма 180. Значит, вокруг четырехугольника можно описать как окружность. Да, это правда. Это правда. Действительно, когда вот такая картинка, то существует окружность. Хорошо. Дальше. Ну, то есть вот точка А на этой окружности, и точка С лежит, и точка D лежит. Да. И дальше все видно по теореме о списанном угле. Что видно? Вот так как на мне выходы одинаковые, то и дуги одинаковые. Спасибо. Вы решили. Что одинаковые? Поняли? Все? Mm-hmm.